Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. В этом видео мы поговорим о том, сколько брать денег на остров Хайнань. Это один из частых вопросов, которые задают люди мне. Какой бюджет планировать, сколько с собой взять денег, сколько потратить на еду, где сколько стоит и так далее. Так что поехали. Я сейчас все отвечу на все ваши вопросы, чтобы вы четко знали, как вам планировать бюджет. Давайте начну, наверное, с минимума, да, тот минимум, который необходим при поездке на остров Хайнань. То есть в среднем я рекомендую людям брать не менее 1000 рублей в день на одного человека. Почему именно эта сумма? Потому что, смотрите, прилетая в любой отель, вы отдыхаете, как правило, у вас везде завтрак включен. Соответственно, вам нужно как минимум пообедать, как минимум поужинать. Соответственно, средний чек в любом кафе примерно составит около 500 рублей. То есть, откуда цена это берется? Ну, например, вы зашли в какой-то фудкорт китайский в Дадунхае. Средняя большая тарелка там риса с морепродуктами стоит 35 юаней в среднем. То есть, плюс вы берете какой-то напиток, еще что-то получается как раз около 500 рублей. Допустим, вы пошли в магазин, супермаркет и решили купить там, не знаю, фрукты, еще какие-то вещи. Ну, там будет чуть поменьше, в районе 300 рублей. Поэтому, грубо говоря, вот этот средний чек я умножаю на 2, то есть обед и ужин, и получается 1000 рублей. Естественно, это сумма без экскурсий. Конечно, где-то можно плюс-минус там потратить, плюс вы где-то будете покупать воду, фрукты, там кокос на улице и так далее. Поэтому я рекомендую всем туристам, особенно те, кто рассчитывает на минимальный бюджет, это где-то около 1000 рублей, от 1000 рублей на одного человека в день. Теперь поехали, как же все-таки люди спрашивают, а все-таки какая комфортная сумма, чтобы как бы себя чувствовать более-менее нормально? Здесь я, наверное, отвечу, что, наверное, это комфортная сумма, чтобы вы могли съездить на какую-то экскурсию, запланировать, может быть, даже их не одну, а поехать куда-то в магазин что-то купить, там еще что-то где-то погулять, сделать какие-то спонтанные покупки небольшие. Наверное, это около 3000 рублей, соответственно, на человека в день. То есть 1000 мы также оставляем на питание и 2000 рублей на все остальное. Ну, например, средний чек экскурсии любой, да, составит, наверное, 1500-2000 рублей на наши деньги. Поэтому вот если вы запланировали там раз в 2 дня или раз в 3 дня ездить на экскурсию, вот, грубо, у вас 1000 рублей с того дня бюджета, она уходит на экскурсии. И остается дополнительно 1000 рублей, где вы можете на эти деньги, я думаю, что-то себе позволить, какие-то купить там, не знаю, шорты, майка, может быть, какие-то там сувениры и что-то еще. Поэтому это где-то вот такая комфортная сумма. Сколько можно еще потратить, я скажу, сколько угодно. Сколько бы вы ни взяли, вы найдете место, где потратить эти деньги. Поэтому не переживайте. Ну вот, думаю, я вас сориентировал. То есть примерная сумма минимальная, это от 1000 рублей. Самая, наверное, комфортная около 3, ну и дальше уже, как говорится, до бесконечности. Смотрите, выбирайте, планируйте свой бюджет заранее. Ну и, соответственно, самый, наверное, часто задаваемый еще вопрос после того, как вы узнали бюджет, это где менять валюту, как покупать юани, там, здесь или где вообще это сделать лучше, чтобы это было выгодно. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, в следующем видео я расскажу именно на эту тему, вы узнаете, где лучше менять валюту, как рассчитываться на Хайнане. Увидимся в следующих видео.